На территории объединенного муниципалитета запланировано высадить более 13 тысяч деревьев и кустарников – липу, березу, спирею, сирень, тую и другие породы. Участников акции обеспечат посадочным материалом и инвентарем. Высадить саженцы собираются на придомовых территориях, около школ и детсадов, а также у учреждений культуры. Всего в плане 94 площадки. На территории Ивантеевки акция пройдет 22 мая в 11 часов. Центральной площадкой для проведения акции определен городской парк культуры и отдыха по студенческому проезду. Наш обновленный парк станет богаче на 150 кустарников. Это сирень и чубушник. Позитивных эмоций добавит и праздничный концерт. Всего в Ивантеевке определено 8 площадок для акции. Кроме парка, это придомовые территории по адресам: Оранжерейная 6, Толмачева 10, Школьная 23, Хлебозаводская 2 и Корпуса 1, 2, 3.